Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем работать по теме «Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки». Сегодня на уроке мы будем применять свойства и признаки равнобедренного треугольника при решении задач на доказательства и на вычисления. Рассмотрим следующую задачу. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC на медиане BD выбрана точка M. Нам необходимо доказать равенство треугольников ABM и CBM. Построим равнобедренный треугольник ABC, в котором проведена медиана BD. Также на этой медиане выбрана некоторая точка M. Докажем равенство треугольников ABM и CBM. Рассмотрим данные треугольники, и мы видим, что у них сторона AB равна стороне BC, угол ABM равен углу CBM, так как BD была медианой, соответственно, она будет являться бисектрисой, то есть делить угол B на два равных угла. И также известно, что BM является общей стороной данных треугольников, значит, треугольники равны по первому признаку равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними. Рассмотрим следующую задачу. На боковых сторонах равнобедренного треугольника ABC с основанием AC отложены равные отрезки AM и CN. Известно, что BD – это медиана треугольника ABC, которая пересекает отрезок MN в некоторой точке O. Нам необходимо доказать, что BO является медианой треугольника MBN. Построим равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. На боковых сторонах данного треугольника отметим точки M и N, так, чтобы отрезки AM и CN были равны между собой. Тогда нам известно, что BD является медианой данного треугольника, то есть мы проведем эту медиану, и медиана пересечет отрезок MN в некоторой точке O. Нам нужно будет доказать, что отрезок BO является медианой треугольника MBN. BD – это медиана равнобедренного треугольника ABC. Соответственно, BD будет являться бисектрисой данного треугольника, и угол ABD будет равен углу CBD. По условию нам сказано, что боковые стороны AB и BC равны. Значит, если AB равно BC и AM равно CN, то отрезки MB и NB будут также равны между собой. Тогда рассмотрим треугольники BOM и BON. У этих треугольников стороны MB и NB равны, угол MBO равен углу NBO, и сторона BO является общей стороной. То есть эти треугольники равны по первому признаку равенства треугольников, то есть по двум сторонам и углу между ними. Из равенства этих треугольников следует равенство сторон MO и ON. То есть точка О делит отрезок МН на два равных отрезка. Значит, БО является медианой данного треугольника, что и требовалось доказать. В следующей задаче на основании АБ равнобедренного треугольника АБС отмечены точки А1 и Б1. При этом сказано, что отрезок АБ1 равен отрезку БА1. Нам необходимо доказать равенство треугольников АБ1С и БА1С. Построим равнобедренный треугольник и на основании АБ отметим две точки, точку А1 и Б1. При этом известно, что отрезок АБ1 равен отрезку А1Б. И докажем равенство треугольников АБ1С и БА1С. Рассмотрим данные треугольники. Сторона АС равна стороне БС. Отрезок АБ1 равен отрезку БА1, и угол между этими сторонами, то есть угол А, будет равен углу Б, то есть треугольники равны по первому признаку равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними. Точки А, Б, С и Д лежат на одной прямой. Причем известно, что отрезки А, Б и С, Д имеют общую середину. Нам необходимо доказать, что треугольник CDE является равнобедренным с основанием CD, если известно, что треугольник ABE равнобедренный.
То есть у нас есть некоторая прямая А, на которой расположены точки А, Б, С, Д. Но при этом мы знаем, что отрезки А, Б и С, Д имеют общую середину. То есть точка F – это середина отрезка С, Д и середина отрезка А, Б. И у нас есть треугольник АБЕ, равнобедренный, с основанием АБ и боковыми сторонами АЕ и БЕ. Нам нужно будет доказать, что треугольник СЕД также будет являться равнобедренным. Так как нам известно, что точка F – это середина отрезка СД и АБ, соответственно, мы можем использовать следующее условие. Если АФ равно FB, CF равно FD, то отрезки AC и DB будут равны. Тогда рассмотрим треугольники AEC и BED. В этих треугольниках стороны AE и EB равны между собой, сторона AC равна стороне BD и угол A равен углу B. То есть эти два треугольника равны по первому признаку равенства треугольников, по двум сторонам и углу между ними. Из равенства этих треугольников следует, что сторона CE равна стороне DE. То есть мы имеем треугольник CED с двумя равными сторонами, который по определению является равнобедренным треугольником. Но против равных сторон лежат равные углы. То есть этот треугольник CED будет равнобедренным и по признаку равнобедренного треугольника. Что и требовалось доказать. Следующая задача на вычисление. Периметр равнобедренного треугольника равен 110 сантиметрам. Известно, что две стороны относятся как 3 к 4. Нам нужно узнать, какими могут быть длины этих сторон. В данном случае не сказано отношение каких сторон нам дано. То есть это может быть отношение боковой стороны к основанию или же отношение основания к боковой стороне. Поэтому мы должны рассмотреть два случая. Так как нам в задаче дано отношение, значит, мы вводим коэффициент пропорциональности k. И рассмотрим первый случай, когда сторона AB относится к стороне AC как 3 к 4. Тогда боковая сторона AB и BC будут обозначены как 3k, соответственно, AC – это 4k. И нам необходимо проверить, существует ли такой треугольник. То есть мы применим основное свойство треугольника. То есть длина каждой стороны должна быть меньше суммы длин двух других сторон. И мы видим, что 3К меньше, чем 7К, и 4К меньше, чем 6К. То есть все три условия выполняются, значит, мы говорим о том, что подобный треугольник существует. И мы можем найти длины сторон этого треугольника, зная периметр. Периметр треугольника ABC – это и есть сумма длин сторон AB, BC и AC. Подставим известные значения, и мы получаем уравнение 3K плюс 3K плюс 4K равно 110. Тогда 10K будет равно 110, где K равно 11. Тогда мы имеем треугольник с длинами сторон 33 см, 33 см и 44 см. Второй случай. Предположим, что основание AC относится к боковой стороне AB как 3 к 4. Тогда AC – это и есть 3K, а AB равно BC – это и есть 4K. Также проверим, существует ли треугольник с подобными сторонами, и убеждаемся в том, что все три неравенства выполняются, значит, треугольник существует. И также, воспользовавшись формулой для нахождения периметра треугольника, мы подставим известные значения сторон. И получим уравнение 4К плюс 4К плюс 3К равно 110, где К будет равно 10. И найдем длины сторон. Сторона AC будет равна 30, сторона AB будет равна длине стороны BC и будет равна 40. То есть второй случай возможных длин сторон – это 40 см, 40 см и 30 см. В следующем задании нам дана сумма двух сторон равнобедренного треугольника, которая равна 26. И периметр этого треугольника равен 36. Нужно выяснить, какими могут быть стороны этого треугольника. Опять-таки, в данной задаче не сказано, сумма каких сторон была
найдена. И мы рассматриваем два случая. Очевидно, что одна из сторон будет равна 10, но какая из этих сторон мы должны будем выяснить. Рассмотрим первый случай, когда сумма двух боковых сторон AB и BC равна 26. Значит, каждая из этих сторон будет равна 13. Зная, что периметр этого треугольника равен 36, мы можем найти длину стороны AC, которая будет равна 10. Тогда проверим существование данного треугольника по основному свойству треугольника и убедимся в том, что такой треугольник существует. Тогда длины сторон данного треугольника будут равны 13, 13, 10. Рассмотрим второй случай. Сумма сторон AB и AC равна 26 сантиметрам. При этом мы знаем, что AB и BC – это боковые стороны, которые равны между собой. Тогда, воспользовавшись формулой периметра, мы можем найти длину стороны BC, которая будет равна 10. Но так как боковые стороны равны, значит AB равна BC равна 10, и длина стороны AC будет равна 16. Проверим существование данного треугольника, убедимся в справедливости всех трех данных неравенств и придем к выводу о том, что длины сторон данного треугольника будут равны 10, 10 и 16. В следующей задаче нам также дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AC. И известно, что на продолжении высоты BM выбрана некоторая точка D. Необходимо доказать, что треугольник ADC равнобедренный. То есть у нас есть некоторый треугольник ABC, и в нем проведена высота BM. При этом, если мы продолжим эту высоту, то мы можем отметить некоторую точку D и получим треугольник ADC. И необходимо доказать, что этот треугольник является равнобедренным треугольником. В равнобедренном треугольнике ABC BM является одновременно высотой и медианой. Тогда отрезок AM равен отрезку MC. Рассмотрим треугольники АМД и СМД. В этих треугольниках мы видим, что отрезки АМ и МС равны. Также мы знаем, что угол АМД будет равен углу СМД, и он будет равен 90 градусам. Также сторона МД является общей стороной данных треугольников. Тогда эти треугольники равны по первому признаку равенства треугольников, то есть по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует, что сторона AD равна стороне CD, то есть треугольник ACD является равнобедренным треугольником по определению. И мы знаем, что против равных сторон лежат равные углы, то есть угол CAD будет равен углу DCA. И этот треугольник будет равнобедренным как по определению, так и по признаку, что и требовалось доказать. Таким образом, сегодня на уроке мы с вами применяли свойства и признаки равнобедренного треугольника для доказательства равенства треугольников и нахождения их элементов. На этом наш урок завершен. Всего доброго!